Дорогой мой муж, хочу открыть тебе одну тайну. Ровно 10 лет назад я сидела в своей комнате за маленьким письменным столом, пила чай и писала письмо Богу, в котором до мелочей придумала тебя. Я очень просила Бога прислать мне принца, у которого будут волосы черные, как ночь, глаза карие и красивая улыбка. Умоляла, чтобы он любил меня больше жизни, чтобы это чувство у нас с ним обязательно было взаимным. Заклинала, чтобы он был опорой, и я была как за каменной стеной. Молилась, чтобы он был веселый и находил общий язык с людьми, которые будут попадаться ему на пути. И о том, чтобы я могла им гордиться, и никогда не пришлось бы краснеть за него. Горячо просила о том, чтобы понимали друг друга, и даже молчать нам было комфортно вместе. Настаивала, чтобы он обожал меня и берег как сокровище. Неуступно просила, чтобы он был не грубым, а очень-очень ласковым и заботливым, нежным, чтобы никогда не было скучно вместе. Конечно, я не могла не загадать здоровья, ума и везения моему суженому. И детей я хотела, двоих, и очень просила первого сына, чтобы в чем-то был похож на тебя. И ты знаешь, на второй день я услышала приятный голос, от которого все сжалось в груди, и это был твой голос. Знаешь, по истечении 5 лет нашей совместной жизни с тобой я могу с уверенностью сказать, что Бог в тот вечер прочел именно мое письмо и создал тебя в точности таким, как я просила. Часто вспоминаю это письмо и смеюсь, что забыла указать страну, где ты должен был жить. Но, как говорится, все, что Бог не делает, все к лучшему. А на данном этапе жизни я не считаю это недостатком этого письма. Дорогой мой любимый человечек, посмотри мне в глаза и запечатли этот взгляд в своей памяти. Это глаза абсолютно счастливой женщины. Пока ты будешь видеть их такими, я обещаю тебе, что твоя семья будет крепкой, и дома тебя будут встречать любовь, забота, уют и тепло. Я обещаю любить и беречь тебя. Взамен прошу, чтобы ты всегда помнил, где твой дом и где тебя ждут. Прошу тебя всегда помнить, кто я и откуда. Взамен я всегда буду чтить и уважать твои взгляды и предпочтения. Моя любовь к тебе не имеет начала и конца. Ты моя планета и вселенная, вся моя жизнь. Помни об этом и береги, как хрустальный сосуд, потому что то чувство, что ты сумел разжечь во мне, бесценно. Я не буду говорить много громких слов, они не имеют никакого значения и ценности. Сокровища – это поступки, которые я с радостью буду совершать для тебя, доказывая тебе тем самым свою любовь и преданность. Мой дорогой муж, я хочу тебе открыть одну тайну. Просыпаясь утром, я благодарна Богу за то, что Он в тот вечер прочел именно мое письмо. Живу тобой и для тебя.